Мне 86 лет. Я являюсь малолетним узником. И что такое война, я знаю не понаслышке, так как я жила и уроженка Ленинградской области. И, конечно, я за то, что Путин правильно все делает. Поддерживаю Путина, потому что 8 лет они там воевали, ничего не могли сделать, пока мы не вмешались. И, конечно, надо помогать друг другу. Я помню, в советские времена мы ездили туда, в Киев, давали нам путевки, однодневки всякие. Это были братские, дружественные народы все. Все было вместе, все было хорошо. И пора давно уже наладить настоящую эту самую власть там, и чтобы люди не гибли, и чтобы все мирно жили, и чтобы и украинцы к нам приезжали, и мы на Украину ездили. Ведь у всех, у половины вот у нас в Вологде сколько живет знакомых, у них родственники, все живут на Украине. Россия и Путин только за мир. И я считаю, что Путин самый, в общем, все правильно делает. И если без него, я не знаю, как бы обратно повернулась наша